кажется, у Аминки не один кариес, а целых три. Придется лечить три зубика. О, ребят, смотрите, у него розовые зубки. Всем привет, ребят. Мы сегодня решили прийти к стоматологу, потому что у Аминки с Камилем обнаружился кариес. Показать? Покажи. Вот здесь, вот в этом зубике у нее маленький кариес, а у Камиля вообще там дырка целая, мама, огромная. Мама, мне надо вырывать его? Нет, вырывать не будем, сейчас пойдем к врачу. Нет, я думаю, наверное, не будут вырывать. Пойдемте к врачу, посмотрим, что она скажет, проконсультирует. Если нужно будет подлечить, мы подлечим. Смотрите, ребят, я сегодня пообещала Аминке, что если она вдруг не будет плакать и будет себя хорошо вести на приеме у врача, мы с ней распакуем вот такую вот игрушку классную. Да. Мы уже в поликлинике. О, смотрите, что тут есть. Он вон с той стороны. Смотри, смотри. Зелененький такой, клевый. Камильчик, ты готов? Что за еда? Ты не боишься? Кстати, Камильчик у нас не боится стоматологов. Он уже два раза вырывал зубки. А я в первый раз. Аминка у нас первый раз. Я даже не знаю, что с ней там будут делать. Мне кажется, что мне будут вырывать. Нет, не будут вырывать, малышка. У Камильчика вот еще что-то покраснело, вот десна здесь. Вот. У него, наверное, стоматит, скорее всего. Грязными ручками нечего трогать. Нет, вот. Нет, это не стоматит. Я просто, вот, которую нам в фагативе подарили, вот такую вот штуку, где там какашечка такая вылезает. Но. Вот, я взял, хотел зубами ее защитил. А, и задел? Ага, и задел я сну, я прям, я срезал десну, у меня там прям эти, зуб виден. А что ты играешь? Ты собираешь вагончики? Да. Смотрите, вагончики. Вот так сделаем. Так. Сейчас нас уже вызовут. Меня? Тебя первую, да. Аминочка, ты боишься? Не бойся, все будет хорошо. Не переживай. Сейчас тебя врач посмотрит на кресло. Ты сейчас сядешь сюда. Ты будешь спать? Нет, спать не будешь. Ну все, Аминка садится у нас на кресло. Сейчас будет ее смотреть. Ну что, нас направили на снимок. Кажется, у Аминки не один кариес, а целых три. Придется лечить три зубика. Ну что, сейчас мы будем делать снимок. Вот на таком вот крутом навороченном аппарате. Вот такой вот штуку, жилетку. Он такой тяжелый. Да. Как он детский, представляешь? А взрослый жилет, он еще тяжелее. Кусай. Зубками кусай ее за кончик. Вот, умничка. Ставь что-то шоколад. Чуть-чуть поближе, Амин, подходим. Пока аппаратик тебе будет, я тебе рассказываю. Снимать тебя. Он будет крутиться вокруг тебя. Немножечко, возможно, пищать. Ты на него не обращай внимания, хорошо? Вот здесь вот можно наблюдать, что там в кабинете происходит. Все хорошо? Да. Ну вот видишь. Ты такая молодец, ты ничего не боишься, такая смелая у меня. Смотрите, какие зубки у Аминки. Ух ты, так ты же акула. Ты прям акула. Вот, смотрите, ребят, смотрите, вот эти зубки у Аминки уже есть, они молочные. А вот эти зубки, которые будут вылезать уже после того, как выпадут вот эти маленькие. Вот мой нос. Да, вот он, твой нос, кстати, вот, да, Аминкин нос. Похоже на вампира. Да, ты как акула, видишь, несколько зубов. Вот. Да, у Камиля, да, вот такие сейчас уже зубы. Вот они. А у меня как у вампира. Вот. Клыки, да, твои. Да, клыки. Это клыки. Они чуть позже вылезут. А где кариес? Сейчас Камиль полетит в космос. Мам, а потом мы пойдем открывать мою игрушку? Да, сейчас мы полечим зубки, а потом пойдем открывать мою игрушку. Все, Камильчик тоже готов. Есть. Закончик. Нет, ты прям сильно, закончик надо. Ага. Еще поменьше. Поменьше. Камиль у нас в кабинете остался. Один. Аминьки тут включили. Вот, Аминки включили мультики, и она сейчас будет лежать, и будут лечить ее зубик. Сегодня пока что будет лечить один, а оказывается у нее два таких уже кариеса. Вот. Мама. Будем в следующий раз другой лечить. Что это такое? Но у нее щечка, она ее не чувствует. Да, она в первый раз, и она прям очень-очень держалась молодцом.
Ну что, все? Круто? Алина, дай посмотри. Было покажи, совсем не больно, покажи. Да? Покажи. Видишь, а ты переживала. Не подлечили зубик. Покажи, Минка. Вот каменчик у нас тут лежит. И его ругают за то, что он плохо чистит зубы. Аминка жалеет братика. У тебя три кариеса, да, но пока еще неизвестно, будут их лечить или будут удалять зубки. В общем, решили Камилю сделать профчистку, а в следующий раз будем удалять зуб. Вот, смотрите, такую штуку надели Камилю, чтобы он ротик не закрывал. Но сейчас буду делать чистку всех его зубиков. О, ребят, смотрите, у него розовые зубки. Но зато теперь зубки будут белые-белые. Ну что, почистили мы чуть-чуть. Белые? Чуть-чуть. Уже белые, да. Но белее, чем были, конечно. Сейчас мы еще раз его покрасим. Покажем вообще, вот как оно... Вот такой вот краской крася. Как это называется? Индикатор. Да, налета. А, индикатор налета. Привет. Камильчика спрятали под салфеткой. Только дышать сложно. Да? Ничего, ну, потерпи. А сейчас как? Все, я начинаю. Ну что, Камилю все почистили. Я мелькал всегда. Разлил на себя. Покажи, Камиль. Покажи зубки. Покажи зубки. О, почистили Камильчику зубки. В следующий раз придем Камильчику вырывать зубки. А мне? Теперь просто лечить. Все, разлил. И чистить. Сейчас Камильчику будут делать защиту эмали. Что Камильчику решили сегодня удалить все-таки зуб, который никак не могли вылечить, да? Не бойся, держись, сейчас удалим, и все будет хорошо. Больше болеть не будет, хорошо? Ребят, смотрите, какой зубик у Камиля. Вот он, его выдернули. Ну все, Камильчику удалили зуб, ему больно, неприятно, да? Ну ничего, сейчас все пройдет. Сейчас выпьем таблетки обезболивающие, все пройдет. Поехали домой. Все, поедем домой и распакуем маминкин подарок. Смотрите. Ты что, уже жвачку жуешь? Разве можно было? Там нет ничего. Ну все, наконец-то мы дома. Мы сегодня целый день практически провели у стоматолога. Сейчас Аминка распаковывает свою новую игрушку. Это какой-то плачущий малыш. Игрушка называется... Cry baby. Да, давай. Во. Вот, смотрите, что там? Бутылочка. Бутылочка для малыша, доставай. Она мягенькая. Сюда можно налить водичку, ребят, и, наверное, поить малыша с этой бутылочки. Что там такое маленькое? Тихо, какая клевая. Маленькая сосочка. Распакуй малыша. Показывай. Ух ты! Ой, я хотела эту свинку! Это малыш поросенок. Нет, это свинка Пеппа. Как свинка Пеппа? А как? Смотрите, какой клевый. А почему он плачущий? Смотрите, в общем, ребят, я поняла. Вот сюда наливаешь водичку, как в куклах Лол. Потом... Даешь водичку малышу. Поешь. Да. Поешь. Поешь его. А потом нажимаешь на голову, из глазок выливается вода. Слушай, мама, как получается это надевать? Плачущий малыш. Что там, Аминка? Ух ты, это слюнявчик, ребят. Слюнявчик? Это слюнявчик, да. Это горшочек. Нет, слюнявчик. В общем, мы разобрались, это оказывается стульчик, на нем можно сидеть. Я хочу ей вот, смотрите, вот так вот. Оп. Я хочу сосочку дать. Ну давай, сосочку.
Вот такой вот пупсик. Я люблю таких. Ну что, ребятки, ставьте лайки Камилю с Аминкой. У них был сегодня тяжеленный день. Обязательно подписывайтесь на наш канал и на наши инстаграмы. Ссылочки будут в описании. Так что всем пока! Пока! Пока.